Стой, мне есть что тебе показать. Это пушка, бомба, это топовый контент. А теперь представь, про-игрок, который стреляет как святой и убивает все живое в голодных играх. Ссылка внизу в описании. Вот, погнали. Долма будет, конечно, долма, брат. Все будет, все нахуй будет. Готовьтесь, просто готовьтесь. Я ничего не поняла, но типа у меня есть другой проход. Привет, уебака. Привет. Здорово, Херасим, спасибо. Херасим. Это Хесус? Это Хесус? Это Хесус? Это Хесус? Спасибо большое, брат. Через 5 минут после подключения. Фига он красивый, зайка такая. Очень красивый. Спасибо большое, зайку, спасибо. Спасибо за поддержку. Капец он красивый. Хапапрайт? Боже, какой зайка! Дэдпул. Не ожидала. Рюкзак у него классный. Вот так вот. Он уже устал, ведь. Найс. Я бы даже, наверное, хлопнул, но... Ну, здравствуй, брат. Найс, на всю улицу. Сосака. 28 месяцев чел подписан, это нереально много. И чё? А свой Хесусулет? Это Аляша? Чё стримеры вже... Последние кусочки моей лампы отвалились, блядь. Почему? Почему? Почему все? Почему? Бля, я не могу, замолчите. Почему все стримеры ИРЛ такие другие? Прям вообще они максимально другие. Настолько вообще другие. Прям вообще не узнать, нахуй. Это Аляша? Мы бы узнали? Нет, она красивая, такая же красивая, как и везде. Но просто она другая. Капец. У меня ГГ на налифу, бабка мёрдер. Посмотри, блядь, они со стены, нахуй, отваливаются каждую секунду. Короче, забей хуй, хуй тали, блядь. Я тебя нашла, ты попробуй только. Спасибо большое. Туда слинять. За Хесусом бегает. Иди сюда. Капец, Хесус такой, не знаю, худенький, но красивый очень. Они в очереди, брат, просто надо подождать. Господи. Спасибо большое за донат. Что это за брачные игры, блядь? А кто за ним? Кто за ним бегает? Сука, стой! Блин, у меня сумка по животу бьет! Стабилизатор классная штука вообще. Хоть что же ролстримы пилить вообще? Он не слышит, ему скажите! А, это Картер бежит за ним? Или Диана? Диана, по-моему. Мне кажется, голос на Дианин похож. Камера упала. Блять, как тяжело! Голос как у Дианы. Спасибо большое. Диана. О, кыца! Это Диана, это не мальчик. Вы чё? У Картмана вторая кофта, а Овла без одной осадки. Мне не дали, он мою кофту забрал. Блин, я тоже хотела поехать на TwitchCon, но я маленькая. И у меня, короче, еще много границ из-за того, что я малышка. Шубе, ебать, я шубе, нахуй. Это не шуба, это ребенка. Блядь, смотри, ебаный, ебаный. Все оттуда стримили, да? Да, на них можно залезать. О, что это? Хочешь, прямо сейчас можно это сделать. Они прыгать будут? Спасибо за Савку, а Савки приходят, спасибо. Ребят, стрёмно вообще, на мемориале жертвам Холокоста прыгать. Ну, ей можно залезать, в любом случае. Я все прослушала. Спасибо, Innocent. Спасибо, Никит. Как сидеть? Че не так? А, блин, дурак.
Лиза очень красивая девочка. Очень красивая. Давай. Давай. Сейчас подписку. Следующее, что будет, это кушанье какое-то. Возможно. Я поняла, типа сам такой стоит. Понятно. Там, наверное, что-то дикое было. Привет, Шарлинг. Ой, ты мальчишка. Два голубоглазых мальчика на периметре. Три. Окей, I'm sorry. Притча ломается, Хесус, вырубай! Хесус, спрячься, блядь! Окей, yeah, dude, if I go to Russia, or whatever, you sorry, guys, I'm sorry, I don't... Убежал! Решать вопросы будем? Он из-за притчи убежал! Это жопа, что ли? Ой, фу! Он из-за притчи убежал! Бомж ебаный, чё опять умолвай? Ой, спасибо большое, солнышко! Спасибо, какие шишки! Альтернатива гитаре? Гитара, в принципе, это заебись. Я, может, пианино себе куплю такое электронное, знаете. У меня есть она вообще на третьем этаже. Я думаю, maybe yes, maybe no, maybe sex, I don't know. Спасибо большое, брат, на душе. Это призик? Да. Покажи, как карта, я говорю, что Вика пошли. А что это? Отец! Ну, по таймингу, забавно. My wife streaming and we search. Окей, все, отпускай его, мы его заебали. Окей, good luck. Окей, thank you. Бля, он стоял, а что он ждал? Я не знаю, пока его отпустим, наверное. Пизда. Подумал, что он в заложниках, блядь. Стоит, ждет такой. Мне так неудобно стало. Если я сейчас попрошу у нее вот эту штучку жилет, она подумает, что я странная, да? Пиздец, так забавно, когда тебя никто нахуй не понимает, а ты сидишь тебе с корешами, пиздишь о чем-то своем. Вам брит! Thank you! Я буду бриться наконец-то! У меня будут бритые ноги, господи, я буду бриться! Это реально просто так всем михалям на бритву раздают? Зачем меня не позвали? Да. Спасибо большое. Заебись, брат, мы не встречаемся. Бритва. Все, больше никакой щетины, никакой бороды. Все, алло. А как ты зашел? Договорился. Я как обычно? Как обычно. Красивая Диана очень. Спасибо большое, Андрюша. Как обычно, вот это договаривается, а потом, блин, жалуется, что у него КП Прайд спамят в чате. А что за КП Прайд? Можете мне заплатить? Тут много палаточек. Пиздец! Что это такое? Ой, я сейчас пёсика падаю. Охуеть, так мило! Это Капа Прайды? А чё они значат? Капа Прайд. Ничего не значат, блядь. Блин, это выглядит очень странно. Она картает! О, это мило! Столько милых тянок. Май, гад. Ля, какие хэйр. Это не та, которая вчера была супер сочной жопой. Мне кажется, он все понял. Блядь, мне так нахуй грустно просто от того, что все, блядь, на твичку, они кроме меня, все. Вот как мне теперь с этим ходить? Надо кому-то слить. О, Диана, привет. А у меня для тебя подарок. Да, держи, это тебе. О, спасибо. Мне так редко кто-то дарит подарки. Это очки, да. И, почему мне, блядь? Мне тоже не подарили. Ребят, если кто-то из стримеров приедет нахуй из Берлина, где они там, в Москву, и подарит мне что-то с Ричкона, того я поцелую в щечку. И очень сладко. Очень сладко, нежно и красиво. Поцелую в щечку. Брал футболку твоего размера? Да. Надеюсь, и это будет не Вова. А, Вова же не Берлине. Футболку размером на вас двоих. Да. Кого? Смотри, крыса сидит чисто. Ой!
Джамаш слагает трансы у большинства. Нужна виза, ребят. Диски машинные строения, типа вот. Но... Только без резины. Вот такая фигня, только маленькая, в жопу вставляется, и когда ты гасишь, оно, короче, фильтрует воздух. Типа. У меня океанский бриз, я помню, океанский бриз, блядь! Ты слышал, что она только что рассказывала? Кэтя, ты чула? Послушай, Кэтя, расскажи. Кэтя, ты чула? Тенечки есть японские, которые фильтруют фугас. Чтобы запах был. Ну, да чтобы не было. Нет, так ты послушай. И, например, покажи размер. Персиковый, да? Это размер. Спасибо большое. Слышу, что там что-то торчит. Ну, не торчит, а внутри. А оно еще оно качает мышцы. Оно как свечка, наверное, да? Мышцы качает, на самом деле. О, плюс анал. Зачем тебе? Пеппа умыла. Да просто, чтобы не вываливалось. Я ж много сижу. Блядь! Чё за хуйня? Как вы это на серьёзном ебали говорить? Что, вы говорите, что я странная? Вот я странная. Люди, они делают... Ой, чё случилось? Вообще непонятно. Постанова. Постанова, блин. Вот теперь Хесус знает точно, что у меня постанов нет. Что просто как-то так происходит. Что у меня такая... хрящики на дорогах, ребят. Что? Чё, блядь? Здорово. Постанова, да? Тебе постанова на постанове? Ну нахуй они шутят над этим, это не смешно. Это постанова, похоже. Да нихуя не смешно. Именно на фоне России, короче, авария. Русский магазин. Ой, блядь. Я не знаю. Так а мы чё, все в номер, что ли? Все. Посмотрите, бля, как мы тут все поместимся. Лифте. Че за стабилизаторы прикольные? Добро пожаловать. Нихуя себе, блядь, я думал, это лифт начал разговаривать. Добро пожаловать. Оно иногда переключается. Я на выходе. Ты куда пошел? Ты домой, да? Ты к себе домой пошел. Боже, какой он маленький на Хесусе, жесть. Такое солнышко красивое чисто летит. Я же мне в папочку годится, честно, знаете. По привычке, да, в подвал. Швейш, ты что, не можешь прочитать донат опять? Нахуй переспрашиваешь? Смотри, объясняю. Ты взяла телефон, да? Да. Объясняю тебе одну вещь. Чего открыться, дверь открыть чем не можешь? Чем пиздата вот, стрим-рюкзак? Тем, что ты в любой стране... Ну, типа, у меня есть это факт. Чё? Я нихуя не поняла. Фу, блядь, сука! Фу! Нахуй он плюнул! Реально затестить, ну серьезно. Фу, блядь, как можно, ну, как можно, блядь? А на что он проебал 32 тысячи долларов? 33 200 долларов? На что он проебал? Так, не поняла, на что он проебал? А нахуя ему этот рюкзак? А что этот рюкзак делает? А как он называется? Так нихуя же нет таких. Что за хуйня? Как он называется? Unlimited IRL. Реально такие? А что они делают? Сейчас купим, парни. А вот, ебать, прикольно. И он лагает? Охуеть, и он лагает, блядь? Пиздец, мне его жалко, парни. Блядь, заебись, помощь от Кэти. Открыться. 200к. У тебя есть? Пока что нет, брат. Завтра будет. Вся пизда, нахуй. Блядь, затестил. Че, реально велик сломал? Че, это его велик? Пиздец, что за аура?
А типа, стойте, а вот это интересная, кстати, штука. Нет, серьезно, интересная штука. Как она работает, интересно? Может, накопить на такую, типа, я просто планирую путешествовать? Я думала, с телефона все это хуйней заниматься. Ну, тут какие-то штуки, а тут интернет еще какой-то или что там? Не нужна в городе? С телефона проще? 4 модема, жесть. Блин, прикольно вообще на самом деле. Интересно. Там 4 модема по всему миру интернета. Охренеть. Надо спросить у Гекса, может быть, ребят. Реально. Офигеть. Обогрев спины? Жесть, классно, чуваки. Может, контент скоро будет. Как я экзамены сдам. Ой, ты там, да пошел! Да на тебе твою собачку! Она все даже не хочет! Хочет! Может, ты хочешь? Что ты такая борзая? Да, такая! А ты что не борзая? Девушка, а что ты все закрыла? Девушка, руки уберите! Ой, давайте нас снимают! А я вообще люблю! Я вас не снимаю! Да? А чё? Нас снимают! А чё ты хватаешь? Руки уберите от меня! А чё? А, да. Я хотела тебе показать часы, которые я купила. Покажи. Да. Показывай. Все. Давай ждем. Да, нет. Я сейчас полицию вызову, и вы поедете. Отойди от меня. Руки отойди от меня, я тебе сказала. Охренеть. Да постанова, стопудово, куплено, все продано. И что? 1000 евро заплатить. Это что? Я вообще не девушка, а женщина. Мне уже... Женщина, уйдите. Я это... 102... Да, а чё а вы чего за мной ходите? Да, понравились вы мне. Я очень рад, вы мне да? Нет. Нет? Нет. Давайте понравимся. Не трогайте меня да своими руками. Да вы что? Да. А чужими можно? Нет. Нет. А чё вы тогда здесь ходите? А, она в магазине. Это а? Ваша девушка? А чё вы тогда здесь? Нет. Уберите её домой. Я его любовница. Охуеть. Ау. Да стопудово, стопудово, это постанова. Я купила себе этот чехол красный. Приходи, показывай. Знаю, какой чехол, силиконовый чехол. Короче, мама купила себе чехол. А что ты мне не купила? Да, есть. А что ты мне не купила? Ну, потому что не купила. Мам, ну как бы, ты как понимать, так вообще в России живем уже 3 года? Как понимать-то? Как мам, у Логинова такой же, такой черный. Посмотрите. У меня такой только красный. Логинов же парень. Зачем ему красный? Такой ты у меня, мам, Rolex. Мама, у меня мажорка, ребят, мажорка. Rolex и купила себе с бриллиантами. Конечно, с бриллиантами. Мам, ты реально, что ли? Да, мама, копейки, реально? На 3 копейки. Мам, только для мамы 3 копейки, на 3 миллиарда долларов, если что. Конечно. Спасибо большое, Валера. Мам, у меня... Можно тебе расскажу мои планы? Пожалуйста, послушай меня внимательно. Мам, слушай, и всеми ушами, 3! Слушай, мам, я хочу снять квартиру вместе с Рамизом на 1 день и провести там кукинг-стрим. А в глаз? В смысле, в глаз? А по глазу? Мам, ну пожалуйста, я хочу снять квартиру и сделать кукинг-стрим. Во сне. Мам, почему нельзя? Да капец, в каком сне? В ярком сне. Пиздец, мама реально заумнила. Ты как понимать? А что, планы отменяются на лето, что ли? Я реально хотела кукинг-стрим, пацаны, походу в глаз придется. Полный хуйнес, реально, я в шоке. Пиздец. А я чисто, блядь, ухожу нахуй отсюда. Это Дэн или кто? Все рыженькие девочки очень похожи, ну, если просто волосы. Братан, росписи на сайте tenderlybaye.net. Вручную не делают, не делаю их, извини. Спасибо. Бля, вы что издеваетесь, бля! На сайте tenderlybaye.net роспись под кнопкой доната написана. Роспись и на сайт ссылка, бля. Вы что издеваетесь нахуй надо мной, бля? Как ты узнаешь, кому именно давать маску? Okay.